Что ты делаешь? Что следует сделать? Подумай об этом, ты не знаешь, что на кону. Прекрасно знаю, именно поэтому я здесь. Я даю тебе возможность передумать. Эту цепочку событий уже не изменить. Прошлое, будущее. Я это вижу. Я это прожил. Либо мы будем работать вместе, либо ты умрешь. Взрывайте. Я этого не хотел. Минус брат? Не пойдешь. You will not. Меня зовут Пол Сайрин. 17 лет назад я основал Monarch Solutions с одной четкой целью. Кое-кто из вас будет сомневаться в верности моих поступков. Эта запись — мое последнее оправдание, объяснение того, как все произошло. Никогда не отклонялся от цели, невзирая на жертву. На данном этапе заминки недопустимы. Я вижу два... В смысле, бан? Можно устранить мы... свидетелей. Но в этом случае... Лол, а что я за него играю? Люди могут ополчиться против монарха. Я могу развернуть широкую пиар-компанию, привлечь горожан на нашу сторону, но в этом случае останутся... Незаметенные следы. Именно. Твое решение люди расценят как стратегию действий всей компании. Я бы шею вывернул, старый братишка. Кто это? Эми Феррера, одна из свидетелей. Ждем ваших указаний. С усилением хроносиндрома росли и мои способности. Я мог выбрать один из двух возможных вариантов развития событий. Обязан был выбрать. Время застывало до тех пор, пока я не приму решение. Держите для просмотра. Епша. Запустить пиар-компанию. Джек все равно узнает все наши тайны. Лол. Типа, лол. За нашему плану должны быть устранены. Выбрати вбивство, чи выбрати пиар-компанию. Поки не хочу, бо чувих умирала, бля, я не убивці якісь, нахуй. Я видел конец времени. Давайте поговорим о событиях в доках. Сотрудники монарха перевезли вас из университета к верфи на базу эпицентра. Вы были связаны и без сознания. Уилл? Лиан Бёрк отправился за вами, но вы исчезли. Как? А я лунатик. Отойди! Немедленно! Брось пушку! Я не могу. Вау. Я понятия не имел, куда я попал и почему. Так куда мне идти? Даже не задавался этими вопросами. Казалось, что мне все это снится. Когда произошел разлом, некоторые вещи как бы поплыли во времени. Мои новые способности позволяли мне их перемещать, откатывать назад. Супер, бля. Опа. Теперь бы застряг ты в якійсь хуйні, богатый. Ну скач! Богатый, блядь. О! Сукенка, бля. По имени Эми назначили лицом пиар-компании Сариса. Мы в... На, блядь. Сука, брата убили, блядь. Это еще что такое? Бол. Наушник вибрує, ебать. Дужилась, ебать. Джек, это Бет Уайлдер. Бет, это тебя искал мой брат. Я пыталась тебя спасти, когда ты вдруг решил поиграть в Рэмбо на складе. Ладно, слушай внимательно. Ты на задворках хронодобывающей базы Монарха. Пол Сайрин тут, неподалеку. Веселого мало, но, возможно, нам... Доки. Если Пол и правда в доках, то мне туда. Джек, нам нужно заняться разломом. Нахуй, блядь. Сынки, блядь. Джек Джойс. Ты меня знаешь? Что происходит? Блядь, зубчатка. Они заставили меня врать на камеру для новостей, наверное. Джек, прости. Они меня заставили, я... Знаю.
Лол, там типа чувиха, бат. Вон там есть карта, посмотри. Типа люди живи, бат. Враг! Понравился мой диск. Богаты. Мои способности продолжали непредсказуемо усилия. Боты! Сюда, сука. Ну, а, блядь. Ты кто такой, бат? Братишка. Братишка! Ты на шо, шо, бат? Не иди нах... Ну, побачення, блядь, уже нічого перезаряжати. Нихуя собі. Люди Пола достали чемоданчик из машины Уилла и вытряхнули содержимое на стол. Уилл говорил, что для ликвидации разлома ему было нужно что-то из чемоданчика. Но там ничего не было. Телефон и ключа от бассейна Брэдбери. И что с ним было делать, непонятно. Доберитесь до сорения в доках, ба. Опа, пацик. Называем... Я хотел узнать, что... Ну, все было четко, ба. Не то, что в том лице, блядь. Да я, блядь. Там у меня бета минус. Да. Диви, дебилота, шо робит. И тут машина стопнулась, бо час я стопнул, да. Шумахери хреновы, блядь. Треба перелізти машинку, бат. Опа. Щось мутяшко, блядь. Опа, бичи, блядь, может... Участвует. Ну шо, бля, are you ready? Пол разработал технологию, позволявшую двигаться в зависании. Он знал о разломе, готовился к нему, но не пытался его... Пацаны, баты, вы шо, припухли, то леща так мою мухты, бат. Здорово, баты. Дыми упасишь, бат. Ты шо, попутал? Да, бля. Дыми, бля. А як я з того боку? А я ту, біч! Я ту, біч! Бро! Що ти, бро? Часи мені мотай, ба. Я спеціально заказував Ніобі Титан з медним покритком. Уилл. Пиздец, що це творить, нахуй? Мене починається напрягати, ба. Так, доки. Попасть в доки. Еще немного. Здорово. Вижу цель! У Пола был хроносиндром. Он дольше меня прожил с хроноспособностями. Но в них ли дело? Пол? Сэр. Да, Пол, привет. Пол! Стой! Верни! Что с тебя? Не стоит. Что он зробив, бат? Пиздос. Back to the future! Який борзий, бля. Лол. Бекає, блядь, усю. Побіглись ми. Тихо, тихо, що за тема? Боже, час пішов. Боже, хоу-хоу. Бля, я бы такую херню видел в реале, я бы ебанулся просто. В ноль. Я же просила тебя не делать глупостей. А я не слушал. Так, начинай слушать. Забирайся. Так, извини, но я забираю другом. Это за то, что не слушал меня. Ай. Хочешь остановить скачки времени? Без меня никак. Ах да, и за лишний груз сзади спасибо. Чувствую себя грёбаной нянькой. Нянькой? Шутишь, что ли? Я с этого компа добыла полезную инфу. Сучка.
Да кто вы такие, мать ваша?